счастье большое, что я был в комсомоле. Было все общее. Радовались жизни, самое главное, общались. Самые лучшие, самые интересные годы жизни, когда мы могли все. Комсомол – это была действительно большая школа жизни. Мы как-то не распадались, мы достаточно дружны были. Комсомол – это здорово. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.